началась охота на козерога в горах Казахстана. Полная версия выложена уже на YouTube. Смотрите, это укороченная версия для тех, у кого совсем нет времени. Мы пришли в горы и ищем большой трофей. Так, наблюдали три группы. Ну, там таких трофейных не было. Нам нужен трофей для музея. Вот, мы видели сейчас на горизонте еще одну группу. Вот, срочно туда едем. Можно что-то получится. Добыли мы козла. А это вот мелочевка. Ну, не мелочевка, а отряд его убегает. Его сумерки, почти темно. Успели. Последний момент. Прекрасный козерог был добыт. Это так называемый джунгарский подвид. Охотился я специально, чтобы сделать полное большое чучело для нашего музея.